Ну и хочется немножко вернуться назад в 4 мая. Почему? Потому что наконец-то у нас получилась какая-то эпопея, немножко непонятная, без вразумительного объяснения командования воздушных сил. В ночь с 3 на 4 мая силами ПВО страны, в частности зенитно-ракетным комплексом «Патриот», была сбита ракета «Кинжал». Гиперзвуковая ракета, суперорудие, которым хвастался Путин на протяжении многих лет. Мультики показывал всему миру и сказал, что мы теперь можем преодолеть любую систему ПВО. А нет. Оказалось, что «Патриот» может сбивать кинжалы. Потом было опровержение. 5 числа по непонятной причине воздушное командование очень долго опровергало эту информацию. И наконец-то сегодня, 6 числа, мы получили официальную информацию от командующего воздушных сил, вооруженных сил Украины, о том, что да, действительно, ракета «Кинжал» Х-47, выпущенная с носителя МиГ-31К, с территории Российской Федерации, была сбита в Киевской области зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Так что прощай, прощай, непобедимое оружие, я бы сказал так. Я думаю, что очень многие военные специалисты и у нас, и на Западе очень ожидали вот этого прямого боестолкновения «Патриота» и гиперзвуковой ракеты. По заявлениям российской стороны, она была чуть ли не единственная в мире. Поэтому было всем очень интересно. Ну и скажу так, что «Патриот» не подвел. Сбили мы «Кинжал», так что для нас теперь... Это говорит еще о том, что ракеты Х-22, аэробаллистическую ракету, старую советскую жидкостную, мы тоже сможем сбивать теми же самыми комплексами «Патриот». Ну и далее по оперативной обстановке. За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 49 авиационных ударов. К сожалению, авиация противника активизировалась в последнее время, но в основном за счет нанесения ударов планирующими бомбами. До 20 бомб в сутки в среднем использует российская сторона, производя удары по нашим войскам и по нашим населенным пунктам. Также было произведено 82 огневых удара из реактивных систем залпового огня российской оккупационной армии. Пострадали мирные люди, разрушены, повреждены частные жилые дома, есть и другая гражданская инфраструктура. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой. На этих направлениях за прошедшие сутки силы обороны Украины отразили около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. По оперативным направлениям, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. На Сиверском и Слобожанском направлениях враг наносит авиационные удары по Черниговской области и минометные артиллерийские обстрелы по Сумской и Харьковской областям. В общем, обстановка тоже изменений не претерпела, но продолжаются обстрелы. На Купинском и Лиманском направлениях здесь противник наступательных действий не проводил. На всей линии боевого соприкосновения происходили позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами. Бахмут. Здесь тоже отмечается некоторое затишье по сравнению с другими днями. С чем это связано? Либо с истощением сил противника, либо с попыткой его накопить резервы. Вот, ну, мы знаем, вокруг Бахмута, мы об этом еще поговорим сегодня, там идет переполитические игрища, танцы с бубнами со стороны Российской Федерации. Вот, но надо отметить, что все равно противник продолжает вести наступательные действия, что продолжаются бои в самом городе. И вокруг него тоже оккупанты безуспешно, слава богу, пытаются атаковать населенные пункты. Ну, в частности, за последние сутки были попытки атаковать Григорьевку, Ивановское и Нью-Йорк.
Все попытки, все атаки противника были отбиты нашими войсками. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия, в районе Авдеевки успеха не имел. То есть тоже пытались, но в основном это больше даже похоже было на разведку боем. Я говорил, что Авдеевка, там они пытаются накопить, опять же пытаются накопить резервы, у них с этим проблемы. Шахтерское направление. Здесь никаких наступательных действий противник не проводил. Тут идут артиллерия, российская артиллерия наносит удары по Угледару, в основном по Угледару. Они почему-то там только сосредотачивают свои как бы основные усилия. Но при этом наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. Судя по результатам предыдущих суток, довольно успешно. Количество уничтоженных артиллерийских систем иногда более 10 единиц, тягая больше 10 единиц. Запорожское и Херсонское направление. Здесь все без изменений. Противник ведет оборонительные действия, роет окопы. Кстати, складывается интересная ситуация, им некого сажать в эти окопы. На сегодняшний день Российская Федерация, они нарыли такой объем земляных работ, провели, что количество личного состава недостаточно. Да. Не удивляйтесь, что 370 тысяч, а в окопы посадить некого. Еще же надо перебрасывать резервы на передок, где постоянно противник несет потери. А еще наша артиллерия работает в глубину до 100 километров от линии фронта и уничтожает в том числе, особенно в первую очередь, живую силу противника. Только если верить российским пабликам, за последнюю неделю более 2000 человек личного состава убитыми и ранеными потеряли российские войска среди своих резервов. Только резервов, это не потери на те, которые мы каждый день оглашаем на передовой в результате активных боевых действий. Так что, к сожалению, здесь противник продолжает вести обстрелы нашей территории. Вот за прошедшие сутки более 40 населенных пунктов было обстреляно. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу, борется с резервами противника, но противник продолжает рыть окопы глубже и шире. Так, ну, я так определяю, пытаясь подготовиться к нашему контрнаступлению. Далее, ситуация в оккупированных территориях, она не изменяется. Там остается, политику российской оккупационной власти проводит политику геноцида в плане принуждения наших граждан к принятию российского гражданства, то есть взять российский паспорт в руки. При этом мужское население тут же получает повестку. Пишут, что сообщает разведка, что вот такие города, например, Старобельск, да, они два раза приходят в дом или в квартиру, предупреждают, что надо взять российский паспорт, на третий раз просто выбивают двери и выносят вещи на улицу. Вот так вот ведет себя русский мир по отношению к гражданам Украины. Далее, авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 10 авиационных ударов. В основном по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбиты вражеские беспилотники типа «Шахет». Два беспилотника типа «Зала», один беспилотник типа «Орлан», один беспилотник «Куб» и один БПЛА типа «Ланцет». То есть работа против беспилотников ведется нашими силами ПВО, армейского ПВО, которое расположено непосредственно в фронтовой зоне, ведется усиленно и планомерно. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. 3 состава боеприпасов уничтожено. И горюче-смазочных материалов. Ну, сколько каких, непонятно. 3 состава. И тех, и тех. Одно средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.
Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 14 беспилотников оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Вот такие потери понес противник за прошедшие сутки в результате боевых действий сил обороны Украины. Вот такая вообще военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.